Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня я хочу представить вашему вниманию арабский или африканский, он еще и в Африке применяется, магический алфавит, знахарский или медицинский. Почему-то в интернете нет и в многих книгах расшифровки, поэтому мне пришлось сделать самостоятельную расшифровку и поприменять долгое время, чтобы, как говорится, сделать выводы о них. Вот, так, я вкратце назову значение, вот красным цветом я написал, да? Что в рукописи хреново видно, а вот красным цветом, черным цветом это буквы, как говорится, значение или номинация. Дальше, естественно, стихия у них вода, то есть все ритуалы через воду делаются, активация тоже через воду. Обращаться к водным джиннам или к водным, как говорится, духам, с которым вы работаете. Так, приступим. Вкратце даю значение. Первое. То есть первое значение. Первый – общее лечение. Второй – это лечение психики. Третий – это снять боли. Четвертое – это снять мышечные спазмы. Пятый – это лечить зубы. Шестой – от порезов и ссадин. Седьмой – сращивание переломов. Восьмой. Лечить кости. Девятый. Лечить горло. Десятый. Снять боль. Одиннадцатый. Снять отеки. Двенадцатый. Лечить кишечник и от воспалений в кишечнике или ЖКТ. Так, следующий, 13-й, это лечить щитовидку, 14-й, от воспаления общего действия, 15-й, лечить легкие, 16-й. Так, 16-й, это лечить сердце, 17-й, лечить печень, 18-й это лечить половую систему. Так, следующий. 18-й. Стоп. 19-й уже все заработался. Так, 19-й это лечить почки. 20-й это лечить женские гормоны, то есть там воздействие на гормоны. 21-й. Вернуть мужскую силу. 22-й. Это мочевой пузырь чаще всего. 23-й. Копчик, позвоночник и крестец, как говорится, воздействие. Копчик, позвоночник, то есть 23-й, 24-й. Это остановка гормонов, 25-й, чистка крови, 26-й, это мозг-мозжечок воздействия, 27-й, семенники, мошонка, остановка или, как говорится, то есть активность или подавить или усилить гормоны, 28-й, там на жидкости наносят или на листочек, оговаривают четко, ложат в воду и поют, людей отпаивают. Всем удачи, успех, с вами был Александр Пичуев. Ставьте лайки после просмотра, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного, так как нет такой информации в интернете и люди не развиваются, хоть получайте знания. У меня пока вам дают на халяву, как говорится. Удачи, с вами был Александр Пичуев.